Включил, меня не видит, да? А? Не видит? Ну что, братья, помолимся? Так, сейчас еще позвоню. Мир всем. Миром принимаем. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будь мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царь Небесный, утешитель души истины, и везде сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателей, приди, вселись вны, и очистины от всякой скверны, спаси, Боже, души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. И Святая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам ныне, и оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, яко Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Ибо не находя себе никакого оправдания, мы грешно приносим Тебе, как владыки, эту молитву. Помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, ибо мы на Тебя уповаем. Не прогневайся на нас чрезмерно, и не вспомини беззаконие наше, но склони нас взор Твой и ныне. Так как Ты милосердный, и избавь нас от врагов наших. Ты ведь Бог наш, и мы люди Твои, тело Твое имя рук Твоих, и имя Твое призываем. И ныне присно во веки веков. Открой нам, благословенная Богородица, двери милосердия Божия, чтобы мы, на Тебя надеясь, не погибли, но избавились Тобой от бед, ибо Ты спасение рода христианского. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Божий вечный, Царю всякого создания, сподобший меня даже до настоящего дня дожить, прости мне грехи, которые я совершил делом, словом, помышлением. И очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверны плоти и духа. И дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, но восстав от смиренной ложа, благогожду при святом имени Твоему во все дни живота моего и поперу борище на враги плотские и бесплотные. И избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, яко Твое царство, и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков. Аминь. И держителю Слова Отче, сам совершенце Иисусе Христе, многие ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамолизм ими, и желание сатанину не оставь мне, яко семя Ты во мне есть. Ты, оба, Господь Бог наш поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, с
спящим меня сохрани, немерцающим светом, духом Твоим святым. Им рассветилось и Твои ученики. И дашь мне, Господи, недостойному, рабу Твоему, спасение Твое наложенное. Посвяти ум мой светом разума святого Евангелия Твоего, душу, любовью креста Твоего, сердце, чистотой словесия Твоего, тело мое Твое, страстью бесстрастным, мысль мою Твоим смирением сохрани. И воздвигни меня во время, подобным Твое словословие, яко препрославный с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Боже наш, все, в чем я согрешил в день сей, словом, делом, помышлением, как доброе, человеколюбивое, прости меня. Дай мне мирный безмятежный сон. Пошли Твоего ангела, хранителя, укрывающего, сохраняющего меня от всякого зла, потому что Ты хранитель нашим души и тел, и Тебе славу возносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Которого веруем, и на Которого чаще всего имя призываем, дай нам готовочно уснуть, отдых души и тел, и сохрани нас от всякого мечтания и скверного пожелания. Умиротвори волнение страстей и угаси плотское пламя. Дай нам целомудренно пожить как в словах, так и в делах, чтобы мы усвоили добродетельную жизнь, не отпали от обещанных Твоих благ, ибо Ты благословен во веки. Аминь. Господи Боже наш, Ты благий человеколюбивый, прости мне все, в чем я согрешил сегодня, словом и делом помышлением. Дай мирный и безмятежный сон. Пошли Твоего ангела-хранителя, укрывающего меня от всякого зла, потому что Ты хранитель наших душ и тел, и Тебе славу возносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ. Господи, избавь меня от вечных мук. Господи, прости меня за все, в чем я согрешил, умом или помышлением, словом или делом. Господи, избавь меня от всякого неведения, забвения, малодушия и бесчувствия. Господи, избавь меня от всякого искушения. Господи, посвяти мое сердце, омраченное лукавым желанием. Господи, я как человек согрешил, Ты как Бог щедрый, помилуй меня, видя немощь души моей. Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, да прославь имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, впиши меня раба Твоего в книгу жизни и даруй мне благую кончину. Господи Боже мой, если я ничего доброго не сделаю пред Тобою, то даруй мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи сердце Твое в росу благодати Твоей. Господи, небо и земли, помяни меня грешного раба Твоего, скверного и нечистого, во царстве Твоем. Господи, прими меня в покаяние. Господи, не оставь меня. Господи, не вини меня напасть. Господи, дай мне благую мысль. Господи, дай мне слезы и память смерти и умиления. Господи, дай мне мысли исповеды грехи мои. Господи, дай мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дай мне терпение, великодушие и кротость. Господи, утверди во мне корень благ, страх мой в сердце моем. Господи, сподоби меня любить Тебя всей душой моей и умом во всем творить волю Твою. Господи, защити меня от злонамерных людей и от бесов, от страхи, от всякой другой неподобной вещи. Господи, знаешь, что Ты творишь, как желаешь, да будет воля Твоя во мне грешен, потому что Ты благословен во веки. Аминь. Благого Царя, благая Мать, Пречистая Благословенная, Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами направь меня на добрые дела, чтобы прочее время жизни моей я провел беспорочно и Тобой обрел бы рай. Богородица Дева, единый, чистый, благословенный. Ангел Божий, хранитель мой святой и покровитель моей души и тела, прости мне все, в чем я согрешил сегодня, и избавь меня от всякого коварства противника моего, чтобы не прогневал я Бога ни в каком грехе. Молись за меня грешного и недостойного раба, чтобы явить меня достойным благости, милости всей Святой Троицы, в Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши. В руки Твои, Господи, Иисусе Христе, Боже мой, предаю душу мою. Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, жизнь вечную даруй мне. Аминь.
Огради меня, Господи, силу честного же Творящего Креста, сохрани от всякого зла, и да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым да исчезнет, як тает воск от лица огня, так и да погибнет без лица любящих Бога, знаменующихся крестным знаменем. Веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господне. Прогоняй беси силу тебя проклятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и попрошу силу дьяволу, и даровавшего на тебе крест твой честный, на прогоняние всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господне, помогай мне со Святой Госпожой Девой Богородицей и со всеми святыми во веки. Аминь. Благослови, Господи, на чтение Святого Евангелия Твоего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Братья, в те дни, когда вы читали молитву, вы продолжали читать Евангелие или нет? Один раз читали. Потому что я тогда начал с первой главы Матфея, а я не знаю, на какой главе остановились вы. То есть была первая прочитана, мне сейчас вторую читать? Вторую читали уже. Так, третью, значит. Да. Все принято. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожи на чресах своих, а пища его были акриды, дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему, и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождение ехидное, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубает и бросает в огонь. Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его, а он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопаты в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надо бы креститься от тебя. Ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь, и не спускался на него. И все глас небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Книга Сирахова, да, вы читали тоже еще? Да, первую главу там Виталий читал. Виталий, ты здесь? Там премудрость Иисуса, сына да. Сирахова. Всякая премудрость от Господа и с ним пребывает вовек. И сок морей, и капли дождя, и дни вечности, кто исчислит? Высоту неба и широту земли, и бездны, и премудрость, кто исследует? Прежде всего произошла премудрость и разумение мудрости от века. Источник премудрости – Слово Бога Всевышнего и шествие ее вечной заповеди. Кому открыт корень премудрости, кто познал искусство ее? Один есть премудрый, весьма страшный, сидящий на престоле своем Господь.
Он произвел ее и видел, измерил ее, и излил ее на все дела свои, и на всякую плоть по дару своему, и особенно делил его любящих его. Страх Господень, слава и честь, и веселье, венец радости. Страх Господень усладит сердце и даст веселье и радость и долгоденствие. Боящемуся Господа благо будет напоследок, и в день смерти своем он получит благословение. Страх Господень, дар от Господа, поставляет на стезях любви. Любовь к Богу, Господу, славная премудрость, и кому благоволит он, разделяет ее по своему усмотрению. Начало премудрости – бояться Бога, и с верным она образуется в нищего чреве. Среди людей она утвердила себе вечное основание, и всем в них верится. Полнота премудрости – бояться Господа, она наполняет их от плодов своих. Весь дом их она наполнит всем, чего желают и кладовые их, произведениями своими. Венец премудрости – страх Господень, превращающий мир и невредимое здравие. Но и то, и другое – дары Бога, которые распространяют славу любящих Его. Он видел ее и измерил, полил как дождь видения, и разумное знание возвысил славу обладающих ей. Корень премудрости – бояться Господа, овет ее долгодетствие. Страх Господень отгоняет грехи, не имеющий же страха не может оправдаться. Не может быть оправдан несправедливый гнев, ибо само движение гнева есть падение для человека. Терпеливый до времени удержится и после возгождается весельем. До времени он скроет слова свои, и уста верных расскажут о благоразумии его. В сокровищницах премудрости притчи разума грешнику за страх Господень ненавистен. Если желаешь премудрости, соблюдай заповеди, а Господь подаст ее тебе. Ибо премудрость и знание есть страх пред Господом, и благождение ему вера и кротость. Не будь недоверчивым к страху пред Господом, и не приступай к нему со сдвоенным сердцем. Не лицемерь пред устами других, и будь внимательным к устам своим. Не возноси себя, чтобы не упасть, не навлечь бесчестие на душу твою. Ибо Господь откроет тайны твои и уничижит тебя среди собрания за то, что ты не приступил искренне к страху Господню, и сердце твое полно лукавства. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, слава Тебе, хвала Тебе, наш милосердный Бог и Иегова. Абба, Отче, услышь молитву нашу, прости меня грешного и помилуй. Тайные, явные в уме и в помышлении, во все дни жизни, великие и малые грехи мои прости, и соблазн, который подал мне, где я падал и вставал, Господи. Но благодарю Тебя, что никогда не давал мне чаяться в спасении. Это помощь Духа Твоего Святого, и молитвы святых, хвала Тебе, аллилуйя. Благодарю Тебя, Боже, за день, в который даровал мне страх Твой Святой. Даруй мне, Господи, страх, веру Твою Святую и ожидание суда Твоего. Благодарю Тебя, Боже, за день, в который даровал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Слава Тебе! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Матерь Божия, благодарю Тебя, покрой амофором любви Твоей, скорбях, печалях, тесных обстоятельствах, Ты помогала мне от позора, поношения, посрамления, отступчества, измены, спасала. Хвала Господу нашему Богу за ходатайство Девы Марии, за род человеческий, единый заступник наша Дева Мария, и Святая Богородица, спаси нас. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Добрый мой ангел, благодарю Тебя, сколько лет Ты защищаешь меня от невидимых злобных духов, которые могли бы погубить меня сразу. Без покаяния отпусти жизни, в транспорте всюду Ты хранил меня. Благодарю Тебя, ангел мой. И смертный час не покинь, и намытаться проведи душу мою, веди Царство Небесное навеки. Благослови, Господи, народ Твой еврейский, чтобы приняли Сына Твоего Иисуса Христа, как Мессию и Спасителя. Благослови, Господи, русский, татарский, украинский, белорусский народы, да обратятся к Тебе и изменят жизнь свою.
Иоанн Креститель, предтечи Христов, моли Бога о нас. Иоанн Креститель, научи нас жить в бедности и быть благочестивым и довольным, и довольство питанием и одеждой искать прежде всего Царствия Божие, правды Его, и не бояться начальствующих правителей грозных, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать, и устоять в верности Богу. Господи, услышь наши молитвы и тех, кто молится о нас. Коснись сердец патриарха и патриархов всех, Кирилла, Илию, Варфоломея, Франциска, митрополитов, епископов, Феофана, Анастасия, Сергия, Пармена, Игнатия, священников и диаконов, отца Иакима, Владимира, Дмитрия, Артемия, Андрея, Дмитрия, Святослава и всех служителей Твоих, Господи Боже наш. Святитель Христов Никола Мирликийский Чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога нас. Господи, слава Тебе, святитель Господню Николу, скорый помощник в деле, благодарю Тебя, ибо слышишь молитвы о людях, о животных. Отче Николы, помолись о нас грешных, заступись за нас пред престолом Господа Бога в тех делах, где на нас несправедливо клевещут и всякие замышляют зло о нас. Отче Николы, моли Бога о нас грешных. Господи Боже наш, слава Тебе, хвала Тебе милосердный. Спаси нас, Господи, помилуй. Аллилуйя. Святые пророки Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи Ездра, Неме, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иоаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Татроки, пророк Михей, молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за Святую Библию и за дивных пророков, которые движимы Духом Твоим Святым, извлекли и записали эти слова для нас. Исполни Духом Твоим своим сердце Церковь Твою, дабы день прихода Твоего и нашего отшествия не застал нас спящими, но вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными идеи добрых дел, содеянных Духом Святым и с любовью. Господи, благослови отца нашего духовного Игнатия, отца Иакима и всех братьев общин Игоря, Владимира, Сергия, Виктора, Надежду и всех участвующих в молитве и в группе нашей, и не безразличных к нам. Галина, Евгения, Ездра, Екатерина, Наталья, Олега, Павла, Сергия, Вячеслава. Спаси их, Господи, и помилуй, и укрепи в слове Твоем и в вере. И дай нам, Господи, быть верными служителями Твоими, ведомыми Духом Святым, послужить Тебе, Господи, всем своим естеством, всем сердцем, всем разумением своим. Господи, сподоби нас быть свидетелями Твоими в этом мире. И ни в чем не смешивайся с этим миром. Ибо дружба с миром есть вражда против Бога. Господи, слава Тебе. Святые ангелы и архангелы, херувимы и серафимы и все небесные силы, престолы Божие предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, первоверховный Петр и Павел,
Святые евангелисты Матфей, Марк и Лука, Иоанн, молите Бога, Господи, умягчи сердца правителей мира, Владимира, Дмитрия, Рустама, Рамзана, Эрдогана, Дональда, Александра. И да продлится еще мир. Дай нам, Господи, священника и братьев, приведи, Господи, к вере. И место для занятий. И устрой, Господи, нашу участь, как Тебе угодно. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Святые мученики и мученицы, Игнатий, Богоносец, Поликарп Синийский, Юстин, философ, Косма, Демьян, Андрей, Стратилатарен, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфиник Медийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон и 40 святых мучеников, царь Николай, святой царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, молите Бога о нас. Господи, укрепи сердца наших в слове Твоем, и малые дети, чтобы верили искренне в Тебя, в гонениях, в искушениях, и не допусти до принятия антихриста и печати, чтобы в скорби печали никто не отошел от Тебя. Великие учителя церкви, Василий Великий, Григорий Богослов, Иван Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Макарий, Макарий Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонежский, Стефан Перский, Серафим Саровский, Иван Тобольский, Иван Кронштадтский, Иван Шанхайский, Кирилл Мефодий, митрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский, Феодорит Московский, святитель Феофан, святитель Игнатий и все переводчики Священного Писания. Молите Бога нас. Да помилуй, спасет Господь нас, но дарит нам жажду следовать Слово Божие, любовь Святой Библии. Господи, молим Тебя о всех врагах наших, всех врагах Игнатия, всех врагах, гонящих истину Твою святую, Господи. Прости им, ибо не ведут, что творят, Господи. Даруй им покаяние, чтобы мы пришли в разумение того, что они делают, и обратились к Тебе. И приняли истинную веру от Тебя, Господи. Не ожесточай наших сердец, Господи. Размягчи наше сердце по отношению к нашим врагам, чтобы и мы не погрешили в гневе своем. Господи Боже наш, молю Тебя о всех гонителях моих и на правду Божию. Господи, да будет Твоя святая воля на всем. Слава Тебе. Молим Тебя о всех пребывающих в заблуждениях и в ересях. Наталья, Сергия, Вячеслава, Алена, Дайсан, Гунас, Юнуса, Фероги и всех наших близких родственников, которые не верят в Тебя или в каких заблуждениях пребывают. Спаси их, Господи, и помилуй, посвяти их светом истины Твоей. Молим Тебя, Господи, также о рустике, пребывающих на войне на Украине. Вразуми его. Сделай, Господи, чтобы пошло на пользу ему все, с чем он там встречается. Молим Тебя, Господи, о нем, ибо не безразличный он для нас. Спаси его, приведи его, Господи, оставь его в живых, чтобы познал он веру Твою, но да будет воля Твоя святая. Слава Тебе! Господи, благодарим Тебя за помощь Твою Ксении, сестре нашей. Правда восторжествовала, Господи, поистине Твоей и силе Твоей, Господи, славим Тебя, благодарим Тебя за все, Отец, Сын и Святой Дух. Святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь и Матерь София, Наталья Адриана и Варвара, Екатерина Перепетуя Татьяна, Ирина Ольга Елена Нина, Мария Магдалина Мария Египетская, Прескила Акила Андроника, Юник и Приан Юстина. Молите Бога нас. Дави Господь послушание и молчание целомудрия садливых женам и девам, и сохрани их от поруганий, нападений недобрых людей. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, молим Тебя также о Виталии,
и от тех, кто с нами сейчас нет здесь, кого нету с нами здесь. Спаси их и помилуй. Боже, милостив, будем не грешны. Создал у меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня и помилуй. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых Твоих на небе и на земле. Господи, прими и исполни молитву всех молящихся нас во благо нам. Господи, прими нашу молитву от всех тех, кто заповедал нам о них молиться. Спаси их и помилуй. Говори, Господи, слушай Ты, слышат рабы Твои. Слава Тебе, Боже, слава Тебе. Благословен Бог наш. Ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Братья, благодарю. Аминь, спаси Христос, с Богом. Бог.